сам золотой купол, который вы поставили, он начинает двигаться по часовой стрелке. Кольцо или по всему телу? Ну вот, смотрите. По себя там там? Ну по всему телу, вокруг. Да. Неважно, рядом вы сидите, рядом человек или нет, все равно вы ставите пространство, оно все равно многопроявлено в пространстве, оно у вас реализуется. И поверх этого купола давайте поставим еще платиновый. Платиновый серебро. Знаете, что такое платиновый? Серебряный такой платиновый поверх него. И он тоже двигается по часовой стрелке. Они два по часовой стрелке? Да. Поставили, да? Да. Есть? Все? Отлично. Теперь смотрите, как это работает. Любой человек, подсознательно, неподсознательно, сознательно, словом, делом, дуней своей или через сущности, начинает на вас взаимодействовать. Что я сейчас делаю? Я с вас снова вам берю вашу энергию. Смотрите, как работает ваша защита. Если вы ощущаете, то приблизительно где-то такое, может даже небольшое как бы касание, но оно с вас не забирает энергию. Это улетает сразу. Оно как бы либо отбивается, либо улетает, либо еще что-то такое. Замечаете разницу? Ну, мне не получается это делать. То есть нету такого ощущения, как тогда, когда я вас вампирил энергию. Вообще я это не чувствую. Ну, потому что я не смогу с вас ничего свампирить. Ну, вы под защитой. А теперь смотрите. А бывает такое. Есть несколько типов защит, я рекомендую вам скомбинировать, пофантазировать, сколько вы хотите. Золотая и платиновая – это две защиты, которые вас защитят от многого. Потому что золотая защита – это защита кармическая, чтобы вы всякие глупости не наделали. Платиновая защита – это защита от эфирного, астрального, ментального внушения, проклятий, порч, глаз и так далее. Ну, то есть, в принципе, этого достаточно. Но приведем нестандартный пример. Допустим, вы слышите людей, которые на вас кричат. Бывает такое у вас? Ну, у вас там, неважно, маршрутки, семья кричит, дети ваши кричат, или, там, внуки кричат, не знаю. Кто-то на вас кричит, короче. Ну, я думаю, плюс-минус у кого-то такая ситуация была. Правильно? Да, да. А теперь, смотрите. Представьте сейчас поверх этой защиты, стену. Ну вот стену, неважно, кирпичную, бетонную, какую хотите стену. Вот как будто у вас защита, ну из кирпича. Представьте. Ну, неважно, с бетона, с кирпича, ну, такого плотного материала.